А зараз духові та ударні інструменти, вікова категорія, дебют. На сцену запрошується Ціко Марія, місто Добропілля, Бордюгова вечірня казка, Шинкаренко, танець, дежурі номер 22. Перерва на одну годину. Стоит или нет? Бегать какой-то. Не, потому что они чтобы не сгорели зря. Чего? Срабатываются что-то или как? Ну, как тебе сказать, для них они больше в колбыку, час, да? Да, час работы не так вреден, как в колбыку, сам по себе. Там же именно за счет расширения идет. Это хорошо. Заменить хочешь? А, да. Давай, подержу. Я сейчас не успею просто. Не, я сделать? Я веревочку.
Это специально шнур подходит. Да, да, да. Вылезет в кадр сильно. Я тебя понял, я поэтому вдоль. Вылезет сильно в кадр. В прошлый раз что ж видео мы ставили на каждый прожектор по этим, по стойке. В итоге тяжело было снимать. Не, ну просто вспышки ты сам можешь попереставлять, а прожекторы потом тяжело. Они же когда разогреваются. Да, вышки разогреваются. Да, поэтому лучше их. Жалко, светодиодки не годятся. Не годятся. Для видео не годятся. А? Для видео не годятся. Жалко. Никак. Их можно как дополнение, понял? Добавочно, чтобы расширить температуру, ну, типа. Но тогда начинается фокус-фокус. Галогенка, если вдруг одна перегорит, то тот начнет превалировать, понимаешь? Это раз. Второе. То есть в ровной доле нельзя включить, да, допустим? Да, одна галогенка, одна. Не, можно включить, но ты же не угадаешь, когда галогенка вырубится. Начнет изменение температуры валить. Вот. Они же сволочи перегорают. Короче, кроме галогенки вообще ничего не рулит, да? По накаливанию, как запасной вариант. Люминесцентный, это крайний случай. Это, знаешь, люминесцентный в чем? Мощность, какая лампа нужна? Не, много ламп. Соток набираешь, да, 40 соток набираешь батарею вперед. Ну это же вот такая байда должна да, быть. Да, наоборот, это же хорошо. Ну это же неудобно. Не, возить неудобно, а для съемки наоборот хорошо. Люминесцентные, знаешь, почему используют? Потому что их вот эти вот длинные лампы берут, из них делают целые софтбоксы. Вот эти вот, ну софт, так они же мерцают. Смягчающие. Не, если ты 4 штуки поставишь, уже мерцание не будет заметно. Они же две идут в противофазе. Понял? Они же попарно идут, две в противофазе. Ну, понял. И потом еще и вторую двойку делают со сдвигом. Соответственно, получается, что эти четыре идут в разных тактах. Крайняя дырка? Да, лучше крайняя. Только я маленькую. Где-то этого. Я вот такую хрень видел. Где я видел? Точно. Я смотрю, что где-то я это видел. Я прикинул, думаю, что долго мудровать. Да, она и прочненькая. Достаточно прочная, да. Только вот болтики покороче. Гораздо. Не, я брал длиннее. Для чего? Для того, чтобы, ну, я, честно говоря, хотел... Я дома гляну, у меня есть такие короче. Не, понял, для чего? Не, я для чего делать? Я, чтобы можно было... Две штуки. По две, по три привязывать. Ну, сейчас-то ты по две, сейчас короче. Не, ну сейчас да, сейчас как бы. Вопрос просто в том, слушай, что... Слушай, я... что-то так балансится вообще. Тут откручивается, зараза. Это же я взял, чтобы, допустим, 3-4 сразу ставить, понял? Я понял. Вот на ту можно, в принципе, попробовать 3 всунуть. Ну, какая же переноска нужна? Если это 4 штуки, какая у него мощность? Вот у этих, по 500 ватт вот это? Да, по 500 ватт. Это 2 киловатта. Ну,